самолет, почему ты не спится? Если б мог выбирать, что мне может присниться, я бы выбрал лица, я бы выбрал лица. Лица людей, далеких и близких, главных героев и просто статистов. Это был бы длинный, очень длинный список. Родных, любимых, случайных, вчерашних, будущих, вечных, куда-то спешащих, врачей, кинозвезд, лица домашних. Лица знакомых и незнакомых, невстреченных, встреченных, ведущих, ведомых, бедных, богатых, лица бездомных. Взрослых, детей, стариков непременно, в каждом лице вся жизнь откровенна. Биография без пауз — это бесценно. Скрыть невозможно все, что происходило. Лица хранят нашу слабость и силу. Наши свидания, наши прощания, взлеты, страсти, разочарования, завтраки, ужины, часы на работе. Все, что стало ненужным, все наши заботы, наши желания. То, в чем мы повинны, каждого, кто навсегда нас покинул, каждого, с кем мы расстаться не сможем, того, кто охотно в спину нам ножик. Все, что давалось нам слишком сложно, скрыть на лице ничего невозможно. Наркотики, музыку, ритмы, литры, жертв, палачей, игроков, арбитров, в каждой морщине и полуулыбки, все наши победы и наши ошибки. Все, что сказать, никогда не сумеем. Все, чем живем, чем горим, чем болеем, всех, чье тепло нас больше не греет, наши лица хранят, они как-то умеют. Прости меня, мама, прости меня, папа. Я не стал самым умным или самым богатым. Я не самый счастливый, не самый крутой. Но вот мое лицо, я самый живой. Прости меня, мама. Прости меня, папа, я не стал самым умным или самым богатым. Я не самый счастливый, не самый крутой. Но вот мое лицо, я самый живой. Любить. Я не могу ненавидеть, я смотрю в ваши лица, я умею их видеть. Ты не самый счастливый, ты не самый крутой, но вот твое лицо, ты самый живой. Когда закроют все банки, когда вырубят интернет, когда закончится нефть, когда выключат свет, когда исчезнут все фото из Инстаграма, нас перестанут делить по городам и странам, когда не станет никто никуда торопиться, мир откроет свою историю на последней странице, там не будет слов, там будут лица. Там будут лица.